«Умфалози» – драма современного петербургского драматурга Рудольфа Каца. Он написал ее в конце 80-х, за год до смерти. Спектакль о проблемах современных подростков уже доказал свою актуальность и востребованность в Нижнем Новгороде. В этом году режиссер из этого города Владимир Червяков выбрал для своей необычной постановки «Курган». Пьеса о любви, об одиночестве, об ответственности за тех, кого мы приручили, как написал Экзюпери. Вообще об ответственности человека перед человеком. Что общество – это не абстрактная позиция. Общество – это люди. И каждый человек конкретно, персонально отвечает за себя, за другого человека. Тогда это общество. Название национального парка в Африке Умфалози в пьесе становится символом рая. О нем мечтают 16-летний беспризорник Митя и 15-летняя путана Ива. Двое подростков оказались ненужными ни обществу, ни педагогам, ни даже собственным родителям. Перед зрителем герои обнажают свои души и влюбляются в друг друга. Ну, Митенька, ну, хорошенький, добренький. Сделаешь жердин или нет? Сделай. Знаешь, Дед, камерная пьеса взывает к думающему зрителю. Ее финал трагичен и ставит много вопросов о причинах болезней современного общества. Юрий Пестерев, Кристина Волковинская, Александр Киселев, Андрей Бахарев, телекомпания «Регион 45».